другие люди. Странная, конечно, фраза, но... Да ладно. Ну да ладно, почему-то все привыкли ее говорить. И сегодня у нас на прохождении какая-то игра. Ладно, давайте. Уровень сложности, новая ячейка. И посмотрим немного. Позитили правильно, чтобы только мысли клавиатуры набить. Ну что, раз. А чё? Нужно было мышку нажать? А я ждал. Ну ладно, и такое бывает. Так как они сеяли ветер, то и пожинали бурю. У каждого выбора есть последствия. Это нам сейчас на что намекают? Некоторые решения спасают жизнь. Да ладно. А некоторые убивают. Другие же... Смерть. Ну, в принципе, я так и сказал. Выбирай с умом. Раскакалась, посмотрите на нее. Нет! Не убивайте! Молчи! Мольбы не помогут. Твоя кровь — дань для нашего царя. Твоя жертва избавит нас от проклятия. Генерал, прости меня. Царь требует, чтобы ты явился. Ну и пусть требует. Боги с тобой. Человек делом дает мне. В темницу его. Закончу позже. Везет тебе, Гути. Что? Нет. Удача не для псов. Ой-ой-ой, посмотрите на него. Удача не Генерал, для псов. Генерал, нельзя здесь оставаться. Царь. Его безумие может погубить нас всех. Этот храм проклят. Уж лучше сдохнуть тут, чем снаружи от чумы и голода. Выполняй приказ. Я какой агрессивный. Бог Луны прислал тебя погубить мое царство. Мне это ведомо. Я вижу все. Ну, оглядись. Этот зал — недостойная плата за мои проступки. Богов что, не радует его великолепие? Гути близко, генерал. Бог Луны направил против нас свое войско. Я немедля соберу воинов. Так, а что там внизу? Внизу сотни пленников, мой царь. Чтобы убить их, нужно время. Но у нас не осталось времени. Неважно. Кровь этого войска насытит пески. Мы завершим жертвоприношение. А начнем с нее. А ее тут что? Скажи, генерал, кого ты видишь, глядя на нее? Я не... Разве не напоминает она о твоей дочери? Сколько ей было бы лет? 18. Так мало. Эта чума принесла столько горя. Убей ее. Слушаюсь.
не будем выпендриваться. А чё? Это понятно. Так резко. Я даже началось, я даже не ожидал. Ой, посмотрите на него, пингвин напыщенный. Это кетчуп, не переживайте. Мне вот интересно, реально ли вообще так голову легко прикинуть? Такое расстояние. Так, таким легким взмахом. Как вы думаете? Шоколадка-то дерзкая оказалась. Окей, загрузка. Вы вообще любите хорроры? Египет. Это что-то новенькое. Должно быть интересно. Ну, будем на это, по крайней мере, надеяться. Боги, дайте мне сил. О, и все же он тут откидал. Во, выпендриваться не надо было. Возомнил себя царем. Он этого заслужил. Да, смотрите, я угадал, что это лучше подмечать. Мне вот интересно, если он перекладину поклал, зачем еще с тобой придерживать? В это время можно было свалить куда-нибудь. Нет, хватит!
богам! Что сделали акации, чтобы навлечь такой гнев? Мы прокляты. Наш царь проклял нас. Мы думали, демоны вы. Напрасно. Царь разграбил храм в Непуре и строит этот в надежде на прощение. Но боги не слышат. А теперь и он безмолвен. Мой царь. Ты свободен от его безумия, как и все мы. Я обречен. Это ваш храм. Думай же! Можно пройти через катакомбы. Что, довериться тебе? Ну так пошли. Выбора нет. Вот именно, выбора нет. Интересно, не будут подставлять друг друга? Или будут помирно? Помоги мне. Главное, как царь умер, так сразу следовались. А это... Раздружились. А, все, примерно я теперь понял, что надо делать. Надо прокликнуть. За мной. За этой гробницей есть выход. Что? Да. Гробница для строителей. Идем. Блин, звуки резкие, пипец. Аж как-то непривычно, не пипец. А, о, и пульт. Пульт. Почему у него такой редкий пульс? Обычно в критических ситуациях при испуге, если быть точнее, обычно жесткий пульс. Как жесткий пульс? Ну, частый пульс. Он снова пошел. Напряжно так. О, а это всего лишь мышка. Просто крыса. А что было бы, если бы я пропустил один? Скольких погубил наш царь? Эти жертвы ему не помогли. Господи, таракан вылез. Ну, здесь нет. Это. Почему здесь кто-то нету ведьмячего чутья? О, лихо. Кстати, в эту игру я играю довольно-таки первый раз. А раньше видел только видео по просто чай. И вот. Значит, это были из колодца. Окей, назад. Я не мешаю, что нужно делать пока не. Ну, пока не давайте пойдем. За ним, может быть. Он же нас ведет, по сути. Откуда вам пришли? Надо будет получше. О, можно отследовать. Мы прокляты за наше деяние. Зачем ваш царь разграбил храм? Всеми всегда движет одно. Деньги, слава, алчность. Да, алчность страшная вещь. Надо будет с настройками графики поиграться и нормально графику настроить. Ну что, веди меня.
слышу. Но снова меня что-то привел сюда. Что я должен сделать-то? Не, серьезно, что я здесь сделал? Не пойму. Допустим, есть. Вон еще что-то есть. Можно. А, это мы смотрели. Все понятно. Давайте пойдем сюда тогда. Иди, помоги мне. Угу. Значит, мы играем за воина. И это мы ведем, а он за нами ходит. Я тут убил немножко. Пам-пам-пам-пам. О, а это что такое? Ты первый. Бояться нечего. Ты первый. Бояться нечего и пойти первым. Довольно-таки странно. Что у тебя за украшение? Оно не для акадских глаз. Как выбраться отсюда живьем? Враг моего врага. Мой друг. Во. Соратники. Кургум. Кургум. Это карма. Надежда есть всегда. По руке обязательно типа не было жать. Что это было? Чтобы. Сколько путей ведет сюда? Ну вы нельзя смотреть. Здесь не одни. Я вот смотреть. Ага. Это же я. Сюда. Они так в ожидании застыли. О, вся эта лапка. Полоснить ее мечом. Мечом ее нужно полоснуть. Беги. Что происходит? Знай. Оно это кто? Выхода нет. Нам надо биться вместе. Нет. Давай, если побежать, умрем оба. Готовь меч. Спать что будет? А, предать. Сражаться, конечно. Зачем предавать? Он сперва его. Потом меня. Ух ты, какой он умер. Да, ну ты что ж вообще? Да! Пропусти! А что она делает-то? Ну вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Написано. Что это за кусочки такое? Люпи-люпи-дей.
А музычка-то классная. Мне нравится. Там такой рок. И паучок такой красивый. Но какая его история? Ваше благополучие зависит от ваших решений. Они станут компасом на пути в неизвестность. Спасибо. Найдете ли вы путь к спасению? Или же сгинете во тьме навсегда? Буду откровенен. Вам предстоит принять непростые решения. Решения, которые повлияют на чужие жизни. Ну, и последствия этих решений очевидны не сразу. Полагаю, вам интересно, кто я и где вы? Значит, это да, вот очень интересно, кто. Я хранитель, коллекционер историй. Я слежу за всем, что вы делаете, записываю каждое решение и каждую ошибку. Это мое хранилище. В нем столько нерассказанных историй. Истории о друзьях и врагах, верности и предательстве, жизни и смерти. Ну, все истории познать невозможно. Не за тем, чтобы помогать вам. Проще. А зачем? Мне случалось нарушать правила. Время от времени. Погрузиться в неизвестность в одиночку необычайно смело. Или необычайно глупо. Но, возможно, у вас есть потенциал. Возможно. Позвольте дать вам небольшой совет. Время от времени вам будут встречаться изображения, указывающие на возможный исход событий. Присмотритесь, они могут предсказать будущее, которого вам лучше избегать. Но, увы, наше время на исходе. Скоро мы встретимся и оценим ваши успехи. Или неудачи. Ну, раз встретимся, так встретимся. Ирак, 2003 год. Год, когда я родился. Первый лейтенант разведки ПМ. Полковник, как вы? Эрин Кинг,
полковник ВВС США. Да так себе. Как переводится слово «кинг»? В Ирана? Простите за ранний приезд. Время не ждет. Понял вас. С прибытием на базу. Можно начинать презентацию. Отлично, как только командир даст отмашку, приступим. Вот, прочтите. Не в курсе? Во дворце новый царь. Похоже на то. А ты? Мой ассистент Клариса Стоукс. А что будет, если промолчать? Лейтенант Колчик. Ну, куда идти? И как слово «кинг» переводится? Вроде король. В чем дело? Что-то не так? Женщин Кинг. Ага, дочка его, что ли? Никей. Сержант разведки. Может, это наш последний раз. После случая на командном пункте я был на краю. Он, кстати, того... Но за эти недели чувака напоминает так пролога. И я бы не выжил без тебя. Не, он реально похож на того чувака с пролога, только без порезов. Кинг прибыл на базу, мэм. Идет в конференц-зал. Дайте 5 минут. Черт, это он. Рано. Кто, твой муж? Может, пора ему во всем признаться? Приведи себя в порядок. Рэйчел, так ты ему расскажешь про нас? Вы с Эриком уже год как не вместе. Между вами все давно закончилось, так? Ну, давайте подумаем, как ему сказать. Херня, но всегда одинаково. Кстати, да. Скоро. Обещаю. Скоро. Есть такая китайская пословица, она гласит о том, что лучшее время навсегда было. Два лучших времени. Одно уже было, а второе сейчас. И зачем она взяла зажигалку? Извиняюсь за шум и беспорядок. Мы сюда недавно прибыли. Охренеть. Всего пару недель назад здесь зависал Саддам. Пахлаву жевал, а какой-то бедолага ему ногти стриг. О, как мило. Пахвала. Видел бы он, что стало с этим местом. Что такое пахвала? Красота. Знакомое название. У нас тут ЦРУ, у нас тут армия, морпехи, разведка, ВВС. Приглашены все. Все хотят войти в историю. Блин, мне размытие объявления не нравится. Нужно это вырубить. Довольно-таки неприятная вещь. Я слежу, старик. Давай не сочковать. Присоединяйся. Может, научишься чему. Позже. У нас гости. Что ж, может, дамочка хочет посмотреть, как я потею. Подстрахуешь, девчуля? Мне и отсюда видно достаточно. Не обращайте внимания на Мёрвина. Он всегда такой. Ясно. В каждом отряде есть свой придурок. Сержант, а что он сразу придурок-то? Это полковник Кинг. Я веду его в конференц-зал. Окей, сейчас подойду. Блин, полковник. Да, встретимся там. Пипец звонишь-то. Офигенное. А с ним что не так? Ник сейчас сам не свой. Пару недель назад мы попали в перестрелку.
Погиб гражданский. Ник был в шоке. К бою готов? Он морпех, сэр. Готов. Джоуи, тебя за бумажки усадили. Сделать звонок? Не, не надо. Блин, знаете, что мне нравится? Просто здесь музыка такая классная. А это выходит тот самый спец по спутникам? Давайте пока не свежими будем. Тот самый спец по спутникам. Эрик Кинг. Полковник Эрик Кинг. Дай полковнику полный доступ. Сэр? Говорю вам, когда Альфа-сука об этом узнает, лопнет от злости. Ага. Это его жена? Вы говорите о моей жене. А, простите, я не знал. Отлично. А почему с ним отношения упали с Джейсоном? И злость поднялась. Сэр, мне очень жаль. Рэйчел не сказала, что замужем. Мы не виделись почти год. Рэйч. Значит, она теперь альфа-сука? Громкий титул. Если что, это мы так выражаем симпатию. А чё? Почему бы и нет, собственно? Так, сейчас все будет. Надеюсь, сеть справится с объемом. В этом я не секу. Ну, тогда поднимай тяжести. Давайте возьмем. Договорились. Как-то повернуть. Кстати, что это за место? Сзади ничего нету. Похоже на бальный зал. Попала в самую точку. Видно, Саддам любил отжигать на танцполе. Так, а тема задачи разведгруппы. Кому директор специальной разведки и директор специальной разведки перед разведгруппой стоят следующие задачи. Первое. Только ноги мне не отдавили. Организация и направление разведданных возможностей агентств. Ага. Что это случилось? И это кто? Полковник. Ой, та самая. Миссис Кинг. Это моя команда. Хочешь инструктаж? Сначала скажи мне. Это моя команда. А, это выбор сердца, это выбор разума. Давайте выберем разум, извините. Да, я должен был тебя предупредить. Виноват. Но я был вынужден действовать быстро. Быть в курсе – моя обязанность перед командой. Понимаю, Рэйчел, но это приказ ЦКВС. В смысле? Теперь я командир. Надо было сказать заранее. Знаю. Мне очень жаль. Что-то я сомневаюсь, что тебе жаль. Это из ЦБ. Подтверждает, что полковник Кинг принял командование операцией. Мне нужен доступ к сети. Я могу помочь. Имя? Доктор Стоукс. Зови меня Клариса. Ага, я зовут Клариса. Доктор Стоукс. Доктор Стоукс, подготовьте презентацию. Почему-то именно напоминает доктор Трей. Ты что-то нашел? Эрик, конфиденциальный там. Еще 15 часов. Че за хрень? Современное искусство? Это кадры, сделанные сверхсекретной программой Целус. Я должен впечатлиться? Система инфракрасных спутников. Моя разработка. О, звучит солидно. Прошу, продолжайте. Вы на всех инструктажах так себя ведете? Парням просто нужно расслабиться, сэр.
Он не со зла. Ладно. Спутниковые снимки зоны боевых действий выявили возможное подземное хранилище. Разумеется, эти данные нужно проверить, но я почти уверен, что химоружие Саддама именно там. Попался, сукин ты сын. ЦКВС дало добро на захват объекта и конфискацию обнаруженного оружия. Бои прекратились, но по всей стране действуют группы сопротивления. Мы не можем сидеть и ждать, пока они применят это оружие. Армия забросит нас туда на вертушках. По прибытии лейтенант Колчик возглавит захват объекта. Затем мы проведем полную ревизию оружия. И еще. Руководство сменилось, но Рэйчел – оперативник с большим опытом и много знает об этой местности. Она летит с нами, и я требую к ней прежнего уважения. Вопросы есть? Какого хера мы ждем? Вперед! Это территория племен, полковник. Этот народ – просто звери. Запросим поддержку с воздуха? Нет. Привлечем слишком много внимания. Пошли и вышли. Все дела. Ха, смешно, прям как я с твоей мамкой. Тихо, пацан. Если бы я вовремя не вынул, стал бы твоим папкой. Ладно, хватит уже, Мёрвин. Сэр, ваше слово. Обойдемся без них. Станет жарко, я тут же сверну операцию. При всем уважении, сэр, это ошибка. При всем уважении, лейтенант Колчик, это не вам решать. Думаешь, а это что прав? Было? Мёрвин прав. Слишком много вертушек выдадут наше расположение. Шмот все вопросы можем сильно обсудить упали. После. Будем искать оружие без связи. Через 24 часа радиомолчания ЦКВС пошлет спасателей. Мне это не нравится. Сколько раз за это время нас успеют грохнуть? Ой, да не ссы ты. Да я так, просто. Ради этого мы воюем. Ради этого встаем каждое утро. Я обещаю вам, дамы и господа, мы помешаем Саддаму использовать это оружие. Вылет через час. Вольно. Лариса, помоги настроить. Сейчас. Не знаю, что-то не так. То у меня, блин, мурашки по коже. О, пупсик, нет. Хочешь, плечики тебе помассирую, а? Серьезно? У меня плохое предчувствие. Это побочный эффект от общения с Эриком. Может, ты скажешь ему? А что, он плохой такой человек? Это Эрик. Эрик Кинг. Я загружу последние данные со спутника. Ну, в натуре, скажи ему. Оставлю да. вас с ним наедине. Спасибо, Тариса. Ой, спасибо. Эрик, послушай меня. Есть один разговор. Рэйчел, я не собирался перехватывать твою команду. Рэйч, вот оно. К этому я шел последние годы. Готово. Почему-то у нас ладно. Это тот прорыв, которого мы ждали. Речь не о нас, Эрик. Я хочу, чтобы все стало как прежде. Под конец все было не слишком здорово. Бывало хуже. Намного. Все по-прежнему, Эрик. Точка. Я и ты? Между нами все кончено? Прошу тебя, Рэйчел, не говори так. Ты не носишь кольцо. Эй, осторожнее! Ай, черт, виноват. И что в этой чудо-коробке? Это что за хрень? Ультрафиолет. Для поиска взрывчатки. Я гляну? Нет. Дай-ка ему глянуть. Клариса, как там с данными? Они нужны срочно. Еще 5 минут, быстрее никак. Уже загружаются. Ладно, я взгляну на карты. Да, скорость не очень.
Уж какая есть. Подпиши 1348. А? Ну, выдача снаряги. Ты... А, да. Все, проверьте. Лучше дважды. Да, понял. А вон кольцо на цепочке носит. Забавно. Так, все проверить нужно даже дважды. Давайте пойдем-ка. Осколочные. А что у нас? Это то, что я думаю? Это что? БФ, сэр. Белый фосфор? Для дымовой завесы. И все. Ладно. Здесь использовать только слушает. Для прикрытия. Ясно? Ясно. Помните, это Саддам нарушает конвенции по оружию, а не мы. Ну, мы и так просто от вертушки отказались, я думаю, это будет логично разрешить использовать. На кой нам сдалось это все? Это нас засветит. Оно подстрахует. Объект под землей вполне вероятно недостроен. Так безопаснее. Я буду в безопасности. С парой лишних стволов. Ну так возьми. Значит, вы мой техник? Наслышан о вас. Да уж, блин, надеюсь. Я прослежу за снарягой. А если кто из арабов высунет башку, я отстрелю ее к херам собачьим. А вы уверены в себе, капрал? Вам знакомо это снаряжение? Могу помочь. Я справлюсь, сэр. Ну, будем верить тебе. А что-нибудь под арабами? Знакомый. Штабной крысеныш. Я к нему с добром, а он... Да, вот так это фильм попробуем. Это вот надо читать там по-любому. Так, организация и направление разведывательных возможностей агентства, координации правительства и вооруженных сил США, Великобритания, Австралии. Так. Второе, это применение опыта разведки для обнаружения, сбора и исследования информации в отдельных лицах. Объектов и операций, связанных с массовым поражением ОМП, так, организации проведения военных операций по выявлению и ликвидации мест расположения ОМП в Ираке. Разведгруппа подчиняется непосредственно центральному командованию ВС США и директору ЦРУ. Оперативный результат поддержку операции «Свободу Ирака» будут публиковаться ежеквартально. Прошу прощения меня за мой французский. Так, давайте осмотрим дальше. Я что ли могу пойти поговорить? Ну, давайте поговорим с ним. Это кто? Думаете, возьмем там химического Али? Если он здесь, возьмем. Ха, это почти стоит риска. Почти? Ну, знаете, я бы и дальше тут легко штаны протирал. Сэр, я слышал на границе черт знает что. Может, возьмем поддержку? Хуже не будет. Пока что у нас есть фактор внезапности, и никто не убедит меня от него отказаться. Прошу, сэр. Вы можете хотя бы подумать об этом? Хорошо. Я принял решение. Вам часто везет, капрал? Ну, у отца был конь по кличке Везунчик. И он удрал. Ферму Накан. Уверен, мы сорвем банк. Мне бы ваш оптимизм, сэр. Да забирай. Так, здесь мы смотрели. Здесь мы все. Здесь кружку.
что-то вспышка была так. Конфиденциально. Опер. Иракская разведгруппа. СЦПВ. Ястреб. Тема бандитской активности в районе Сарана. Сообщите об исчезновении сотрудников. У меня готово. Ага. Значит, идем к вертушке. Нужно все побыстрее делать. Нельзя ходить рассматривать. Это печально. Что? Что? Дай угадаю. Ты хочешь меня о чем-то спросить? Что думаешь? Я так понял, ты про шкипера. Шкипер? Он ничего. Но тут этого мало. А тебе он как? Есть у него что-то на уме. Что-то на уме. Так говорит, потому что хотим творить. А может, хотим. А может, и нет. Салим Асман, лейтенант. Лейтенант. Не свисти. А где не пить? Зейн! Энергейт! Я дома. Зейн, я дома. Зейн? Зейн. Я бы калаш не клал, если бы никто не отвлекал. Не отвлекал. Почему мы теперь тебя не играем? Что это? Что это такое вообще? С днем рождения, Зейн, мой мальчик, там мужчина, с любовью, папа. Ага, значит, Зейн это его сын. Коротко мои лайки. Здесь у меня все. Уже 1000 лет группа это. Давайте посмотрим так. Ой, девки есть из какого университета? Гвен, Зейн, Осман, ба-ба-ба-ба. 3 марта, управление, уважаемый Зейн. Комитет одобрил ваше заявление о приеме в Ангельский университет на курс мифологии, степень бакалавра. Блин, бакалавр это вообще кто? В 2003-2004 году, учебном году, который начнется 2 сентября 2003 года. Данное предложение действует при условии вашего соглашения. Выполнить следующие требования, в случае выполнения которых университет отменит вашу регистрацию на предлагаемом учебном курсе. А. Завершить обучение в колледже с прогнозируемым уровнем академической успеваемости. Соответствующий стандарт ААБ. Так. Получить студенческие визы Министерства внутренних дел Великобритании. Мы понимаем, что текущая международная обстановка может усложнить для вас получение визы и переезд в Соединенное Королевство. Уверяю вас, что факультет будет всячески содействовать вам в процессе получения визы. Если на протяжении более 120 лет Сингейский университет помогает талантливым молодым людям из всех слоев общества достигать профессиональных целей, предоставляя им возможности реализовать себя в учебе и карьере. С уважением, Эндрю Макхастер, представитель приема комиссии. А здесь что у нас? Ты добился того, чего еще никому не удавалось в этой семье. Я очень горжусь тобой, Зейн. Покажи там класс. Любовью, папа. Я надеюсь, меня хорошо слышно? Вот. Холодильник. Холодильник, надо проверить. Почему вот холодильник-то святой, и его нельзя проверить? О, фоточка. Араф. Шайтан. Там же шайтан. И почему фотка лежит на полу? И почему он ее поклал обратно? И почему она разбита? Здесь на всем еще можно смотреть? И на улицу выйти. На улицу выйти нельзя. И почему же управление сейчас неудобно вообще? Это вот прям таки довольно неудобно. Надо будет на настройках порыться. Зейн?
А это вообще чья форма одежды? Не арабские. Мифология древней Месопотамии. Это интересно, как это в реальности не существует. Кто знает, существует такая фишка в реальной жизни или нет? Реально появляются такие интересные вопросы порой. Там у нас по одежде. А, это даже не по одежде. Ну, давай вышли. Неужели опять что? Почему не могу теперь? Алим, идиот. Что это такое? Не понял. Алло, Анна Салим. Добрый день, это Салим. Салим. Салим Гаркун. Салим, ваш сосед, это Джейн Дейна. А, ну да, вы вернулись. Да, вернулся Дейн. Вашим сыном. Тариком. Да, Тариком, мы сейчас вместе. Да, вдвоем сели на автобус в городе. Все в порядке? Давайте сделаем. Отлично, у сына день рождения, принеси ему подарок. Как мило. И когда вернусь, скажите ему, правда, идти домой. Я не знаю, когда это будет, знаете. Не важно, это просто отправьте его домой, конечно. Нет, чё? Капитан Басри, ахлан. Капитан Басри, привет. Выдвигаемся немедленно. Не понимаю, о чём ты. Они идут с одним захватчиком. Летят сюда захватчики. Капитан, война окончена. Мы проиграли. Поэтому мы не признаем поражение во имя Аллаха, это наша земля. Здесь мы дадим им отпор. Мы их видим, требуют подведения. Они идут, Салим, мы должны собрать всех, кто можно на случай, что они приземлятся рядом. Давайте выберем сердце, уступчивость. Салим, я не могу, сэр, должен найти сына. Это приказ, солдат, а не выбор. Твой... Я понял. Я скоро вернусь. Ну, будем верить, сейчас вернется. Хватит, да. Койот 2, это главный ястреб 2-1. Мы на подходе, обрубаем связь, прием. Принято, главный ястреб 2-1. Дальше сами. Удачи и с Богом. Принял. Спасибо, прием. Тогда до скорого. Всем позывным. Радиомолчание. Конец связи. Пойду кого найти нету. Ага, у нашего, значит, с ногами проблема. Готовьтесь, парни, мы почти на месте. Мёрвин, чем твоя мамаша похожа на торнадо? Ну расскажи, сука. Засасывает насмерть. Неплохо, щенок. Смотри, у твоей мамы такая дыра, что в ней как-то потерялась команда спелеологов. Ну, бля, давно это сочинил? Хорош прикол. У меня таких красавцев целый батальон. Да, твоя мамка так и сказала. Может, хватит нести херню? Про задание помните? Эй! Есть только одно место, где баба может мной командовать, слышь? И это постель! Твоя мама пускает женщин к тебе в спальню? И что, совсем не ревнует? Блин, Рэйчел! Эй! Это жестко. Херали вы ржете? Сержант Кей, выходи на связь с контрольным пунктом АВАКС каждые 4 часа. Сержант Кей, ты с нами? Да, понял.
Связь с КП раз в 4 часа. Эй, ты как? Я в норме. Что с тобой такое? Просто есть о чем подумать. Все окей. Ничего. Давайте видим поддержку. Я на твоей стороне. Всегда. Знаю. Помни об этом. По-моему, сейчас докучать вопросами не Semper стоит. Fi. Тем более, здесь все он говорит Semper не станет. Fi? Это типа девиз бойскаутов? Девиз морпехов. А, всегда верен. И что, это типа к удаче? У морпехов до хрена суеверий. Какие, например? Ну, смотри. Например, нельзя оборачиваться, слезая с вертушки. Проклянешь всю команду. Кажется, я ничего тупее в своей жизни не слышала. Ну, возможно. Но по мне, хуже не будет. Смотрим только вперед. Станешь озираться в бою, твою жопу непременно отстрелят. Мы на месте, морпехи! Мы прибыли сюда ради этой миссии, и видит Бог, мы преуспеем! Аминь, брат! Ура! Ура! Блин, как много здесь диалогов, однако. Даже мне поболтать не дают. Не пустите их в виду, капитан, вон там. Значит, правда, ими не летают. Приземляемся. Приготовьтесь, бойцы. Зона посадки. Все-таки арабы. Типа, арабы с американцами воюют, что ли? Эй, Джоуи! Ну и нахера ты это сделал? Американские, американские солдаты. Нас обнаружили. Жду приказов. Если нас обнаружили, блин, можно уверенно, короче, трогать. Разделимся, не стрелять. Действуем аккуратно. Я не думаю, что гражданских стоит убивать, но, блин, он сейчас нажалует. И здесь, скорее всего, надо было штурмовать здание. Немного неправильный выбор сделал. На арабском. Вооруженный силы. Руки над головой, мы не причиним вам вред. Все. А так. Лежать! Лицо вниз, живо! Руки за спину! Да, правильно. Никого убивать не стоит. Запись идет уже 59 минут. Объект захвачен. Ну, немного вырежете там. Понял. Вели Мёрвину дать желтый сигнал в зоне высадки и веди полковника. Это провал. Эти люди нам не враги, они пастухи. Лейтенант, докладывайте. Огонь не открывали, жертв нет. Ферма захвачена, занимаемся пленными. Пленными? Нашли вход в подземное хранилище? Никак нет. Если он и есть, то хорошо спрятан. Если есть?
И как это понимать? Мы еще не провели полный обыск, сэр. Найдем его. Вы пошли на риск, обнаружив нашу позицию. Но риск оправдался. Все четко, без жертв. Спасибо, сэр. Но оставшиеся иракцы теперь знают о нашем прибытии. Мой отряд готов ко всему. Неплохо прошло. Да? Сюда теперь пролезть сложнее, чем к целке. Лучше тебе не продолжать, капрал. Я начну допрос. Да, только не упирай на высшую математику. Идем. Значит так, если кто-то хотя бы глянет косо, доложите мне. Так точно. Не знаю, как вам, но мне кажется, что с этим местом что-то не так. Это что ли это? Хваленая женская интуиция? А знаешь, что она могла бы сказать о тебе? Спокойно. Я тебя обыщу. Ассаляму алейкум, я ахи. Ассаляму алейкум, брат. Я ставлю тебе несколько вопросов, должен ответить честно. Где вход в хранилище? Каков приказ? Пока жди. Я сама. هسألك مرة تانية. فين مكان المخزن؟ Это еще что? Похоже на чучелка. Языческая. Ида. هتعرفه قريب. Скоро узнаю. Сколько вас здесь? Ай. Ну это вспышка была. Блин, когда эта вспышка проходит, это хорошо или плохо? С меня хватит. Капрал, следи за пленными. Выполняй. Вот, все. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Давайте. И счастья вам.